На кадрах видно, что водитель мопеда попытался повернуть налево с улицы Кунаева на улицу Шерньяза, однако не уступил дорогу встречному авто. После столкновения 16-летнего виновника аварии отбросило на десяток метров вдоль проезжей части. Как рассказали в больнице, на сегодня он пребывает в состоянии комы. Состояние ребенка тяжелое, гемодинамика стабильная, сознание кома 1. За счет этого ребенок на ИВЛ. Закрыта черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, линейный перелом височной с переходом на основание. Состояние тяжелое. Полиции сообщили, что досудебное расследование по факту аварии продолжается. Известно, что подросток не имел водительских прав, а мопед ему подарили родственники. Влад Ругушев, программа «Факт».